Здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители моего канала, с вами Иван Грагабель. Будем начинать игру под названием «Карлик Нос» от создателей студии «Мельница». Но, как вы знаете, если же вы знаете, кто там дублировал, ну, я или озвучил, то это очень хорошо. Что, итак, начинаем по содержанию мультфильма. Мам, а принцессу найдут? Конечно, найдут. Видишь, слуги короля уже ее ищут. А если слуги короля не найдут принцессу? Тогда король пошлет на поиски своих знаменитых скороходов. А если скороходы не найдут принцессу? Ну, тогда обязательно приедет какой-нибудь принц из моря, разыщет принцессу, женится на ней и станет нашим королем. Мам, как ты думаешь, а я могу найти принцессу? Ну, Якоб, чего ты только не придумаешь. Беги, играй, пока работы нет. Только с площади не уходи, ты мне можешь понадобиться. Мам, а принцессу найдут? Конечно, найдут. Видишь, слуги короля уже ее ищут. А если слуги короля не найдут принцессу? Тогда король пошлет на поиски своих знаменитых скороходов. А если скороходы не найдут принцессу? Ну, тогда обязательно приедет какой-нибудь принц из моря, разыщет принцессу, женится на ней и станет нашим королем. Мам, как ты думаешь, а я могу найти принцессу? Ну, Якоб, чего ты только не придумаешь. Беги, играй, пока работы нет. Только с площади не уходи, ты мне можешь понадобиться. Это точно. Якоб! Якоб! Якоб, куда ты? Якоб, мы же договорились. Ты будешь мне помогать относить овощи покупателям. Не уходи с площади, Якоб. Мне нужна твоя помощь. Якоб, в любую минуту может подойти покупатель. Не уходи. Якоб, в любую минуту это может точно подойти покупатель. Не уходи. Это точно. Как ты думаешь, куда могла подеваться принцесса? Такое горе, такое горе. А я все равно найду принцессу. Принц, подумаешь, чем я хуже? Да ничем. А все-таки, куда она делась? Не мешай, Якоб. У моей мамы самые лучшие овощи на рынке. Это у моей мамы самые лучшие овощи на рынке. Это точно, Якоб. Самые лучшие на рынке у твоей мамы. Как вы думаете, куда могла подеваться принцесса? Да кто? Кто эти принцессы подберет? Чем дома не сидится? А все-таки, куда она делась? Не мешай. Не мешай мне, Якоб. Вот сама карусель. Нет, у меня нет денег. И вообще, карусель – это для маленьких. Это точно. Чего-то могу согласиться, Якоб. Как ты думаешь, куда могла подеваться принцесса? Принцессы сами из дома не сбегают. Известное дело. Ему во дворце хорошо живется. Кому точно захочется. А все-таки, куда она делась? Чего ты все спрашиваешь? Пошли лучше на карусели кататься. Вряд ли я вам буду на каруселях кататься, им же не интересно. А все-таки, куда она делась? Чего ты все спрашиваешь? Как ты думаешь, куда могла подеваться принцесса? Мальчуганы. Наверное, она плохо себя вела. Ее утащил песочный человек. А все-таки, куда она делась? Может, ее украла злая колдунья? Я знаю, колдунья едят маленьких девочек. А принцессы, наверное, очень вкусные. Точно. Песочного человека я не верю, что я маленький. А вот колдунья – это идея. Песочный человек есть еще даже Человеки-пауки. Ну, у моей мамы лучше. Это точно. Если мы...
Вот, если мы вкусим их, человек, человек, который мне помог, либо тянуть через ту страшную площадь, чтобы не укрылся, чтобы я не упал, не испачкался, я бы, такого человека, монетки, не пожалел. Зачем мне твоя монетка? Это точно. Как вы думаете, куда могла подеваться принцесса? Да я-то откуда знаю? Скажите, пожалуйста, есть ли колдуньи в нашем городе? Есть тут за городом лачушка одна. Жила там когда-то ведьма, только уж лет 100 с тех пор прошло. Скажите, пожалуйста, а есть ли колдуньи в нашем городе? Занялся бы ты лучше, мальчик, делом, чем у взрослых под ногами болтаться. Это точно. Ты здесь видел когда-нибудь колдунью? Колдуньи в городе не живут. Они такие вонючие отвары делают, что их из города давно выгоняют. Это точно. Ты здесь видел когда-нибудь колдунью? Надоело уже со своими колдуньями. Ты здесь видел когда-нибудь колдунью? А как же? Посмотри на рожу вон той торговки. Кажется, она питается одними маленькими принцессами. Сдурнися. Ты здесь видел когда-нибудь колдунью? Чего ты все спрашиваешь? Пошли, скажите, пожалуйста. Спросить, какой торговка? Есть ли колдунью в нашем городе? Занялся бы ты лучше, мальчик, делом, чем у взрослых под ногами болтаться. Скажите, пожалуйста, есть ли колдуньи в нашем городе? Занялся бы ты лучше, мальчик, делом, чем у взрослых под ногами болтаться. Это точно. Я не могу согласиться. Скажите, пожалуйста, а есть ли колдуньи в нашем городе? Проходила тут вчера старуха. По виду не местная. Ну, не местная. Такая уродливая, прямо колдунья. И куда же она пошла? Городским воротам. Городским воротам. Я же говорю, не местная. Шкурила не местная. С базара, видать, шла, с корзиной. С подарком шла, с хозяйкой. Мама, скажи, а есть ли колдуньи в нашем городе? Откуда здесь взяться колдуньи? Все вокруг друг друга знают. Не проходила ли здесь вчера странная уродливая старуха? Якоб, Якоб, нельзя так говорить о пожилых людях. Не это проходила точно. Ли здесь вчера странная уродливая старуха? Иди лучше поиграй с ребятами. Пойдем прогуляемся, будем спрашивать народ про колдунью местную. Не проходила ли здесь вчера странная уродливая старуха? Да чего мне на старуху? Да чего мне старух пялится? Я молоденьких люблю. И молоденьких люблю. Скажите, пожалуйста, есть ли колдуньи в нашем городе? Не мешай мне. Не мешай мне, Яков. Не проходила ли здесь вчера странная уродливая старуха? Была тут одна, но и злющая. А вот она. Ты сказала, дрянь, говорит, твой товар. Это точно. Разве так торгуются? Жадная. Копейки лишние не выжмешь. А вот Агнева свою забыла. Из кошелки, видать, вывалилась. Если увидишь ее, передай, что Агнева ее нашлась. Вы не хотите купить овощи у моей мамы? Умный мальчик. Зачем мне жалкая капуста твоей матери? Смотри, как у меня все свежее. Да, аппетитное. Вы не хотите купить овощи у моей мамы? Лучше б ты, мальчик, матери своей помогал, чем без дела по улицам шататься. Я доберусь до старухи. Хорошая зелень, но у моей мамы лучше. Это точно. Хорошая зелень, но у моей мамы лучше. Под него забрали. Проходила ли здесь вчера а вот сама нашла. Я лицо духовное, по сторонам не глазею. Вы не хотите купить овощи у моей мамы? Чего угодно? Грех, молодой человек. Скажите, пожалуйста, а есть ли колдуньи в нашем городе? Моей жизни близок к завершению. В нашем городе, мальчик, последнюю колдунью зашли на этой самой площади лет 100 назад. Скажите, пожалуйста, а есть ли колдуньи в нашем городе?
в нашем городе больше нет. Последнюю колдунью сожгли на этой самой площади лет сто назад. Скажите, пожалуйста, а есть ли колдуньи в нашем городе? В нашем городе, мальчик, колдунов больше нет. Последнюю колдунью сожгли на этой самой площади лет сто назад. Это точно. Не, моя мама уже овощи купила. Может, вы найдете покупателя на мамины овощи? Надоело уже по площади шататься. Тебя уже подвяло. Пожалуй, я могу тебе помочь. Если ты дашь мне монетку на карусель, я приведу своего папу покупать капусту. Да нет, вот тут желтая точечка. Это точно. Может, попробовать перевести пьяницу через площадь? Он ведь обещал мне монетку. Это пусть будет не так-то просто приносить пьяницу через площадь. Опасно, чтобы он не испачкался, и чтобы не упал он. Уже я это не раз, и уже это я не играл в это. Но все равно считаю, что это хорошая игра, в общем. Но это хорошая, в общем, игра. Вот этого я точно иногда не люблю, когда нужно толкать пьяницу. Я просто ни разу эту игру не играл. Куда? Куда прешь? Вперед, дальше. Вперед, дальше. Вперед, дальше. Создали этот уровень наши создатели петербургские. Ой. Это точно. Хотя аж можно. Стрелками нужно пользоваться, как видишь, дешев, как видите ли. Да ладно. Этого я точно не рассчитался. Придется начинать все сначала. Может быть, понадеялся, что я это успею. Но нет, оказалось, это не так-то просто приводить пьяницу через площадь. Ведь пьяница никакого толку. Хватит того, что мне и так слишком много хлопот со всякими пьяными людьми.
будет не так-то просто доставлять пьяницу туда, куда нужно. Дальше. Стоять! Отлично. Вперед дальше. Дальше. Это будет не так-то просто переносить, когда много препятствий. Пьяница, как может говорить. Ще получишь. А вот сам и сказал, мальчуган. Ще получишь. Это будет не так-то просто доставить пьяницу. Еще разок, сразу видно. Все плохо, очень плохо. Я же нервничаю. Слегка это просто, но потом понимаешь, это очень сложно проходить. Тот уровень, который очень сложен. Непрост. Так скажу, дорогие мои подписчики. Это, наверное, только пьяницы могут говорить люди. Просто приводить пьяницу через эту страшную площадь, как он сказал однажды. Это будет, боюсь, не так-то просто.
пропущу. Ну, оттолкнул его, зараза. Еще получше. Продолжаем дальше действовать по той же формальности. Вперед! Дома мы прибыли на место назначения. Мы прибыли на место назначения. Ура! Ура! Это очень хорошо, когда мы прибыли на место назначения. Не можем сделать все необходимое. Отлично! Ладно, дочь моя, может я еще... Это ты мне милостыню подаешь, что ли? Это ты мне милостыню подаешь, что ли? Кому точно захочется. Ну, это точно. Зачем? У меня свои деньги есть. Ну, ладно, мы вроде чем прогуляемся. Надо дадим деньги, наверное, кузнецу. Ну, ладно, не хочет кузнец. Заработал монетку? Молодец. Теперь можно давать этому мальчугану. Можно давать монетку мальчугану, раз он обещал, что принесет. Отлично, беги к сушам, а я сейчас отца помню, и капусту пришлю. Отлично. Пойдем прогуляемся. Прогуляемся. Не буду я в чужой дом ломиться. Пригодится. Пригодится? А это мне зачем? А это мне еще зачем? Стройка века. Ее никогда не закончат. Никогда не закончишь. Стройка века. Стройка века. Ее никогда, никогда не закончишь. Прогуляемся, наверное. Не буду я в чужой дом ломиться. Продолжаем дальше шагать. Заперто. Каким-то неожиданным образом можно сюда попасть. Мусор. Мы сюда пойдем, как и сказали.
Здравствуйте. Здравствуйте. Чего тебе? Чего тебе? Я хотел бы повидать короля. Королевский дворец сторонник сказать неверено. Мне надо срочно увидеть короля. Король не принимает детей. У меня важные сведения о принцессе. Важные сведения только у королевских слуг. Дяденька, пропустите меня, пожалуйста. Дяденька, пропустите меня, пожалуйста. Дяденька, пропустите меня, пожалуйста. Ну и что толку-то? Вперед! Искать принцессу. Ладно, вперед. Ага, вот та избушка, где когда-то жила колдунья. А может, она там и сейчас живет? Сейчас живет. Какая странная замочная скважина. Неужели сюда вставляли ключ? Эй, есть кто-нибудь? А здесь там замочная скважина. Ух ты. Хорошо живут колдуньи. Точно, хорошо живут колдуньи. Белочки! Белочки, скажите, не здесь ли живет колдунья? Здесь, Яков. Откуда вы знаете, как меня зовут? Как меня зовут? Мы все знаем, Яков. Может быть, вы знаете, где принцесса? Впереди принцесса? Мы знаем. Скажите мне, где принцесса? Где принцесса? Мы не можем, колдунья нас накажет. Ага, значит, принцесса где-то здесь. Я сам ее найду. И без вашей помощи. Уходи отсюда, Яков. Ты не сможешь спасти принцессу. Еще как смогу. Беги, Яков, колдунья тебя не пожалеет. Ну, это мы еще посмотрим. Стеклянная жаба. Интересно, что у нее внутри? Пойдем сюда. Змея. О, как. Ой. Проще простого. Отлично. О! Выпустите меня отсюда! Боже, принцесса! Принцесса! Принцесса!
Одним словом, не великолепие. Это не великолепие, одним словом. Ничего нам тут слонец. Больше змеи не будут у нас нападать. Колдунья тебя не пожалеет. Ну, это мы еще посмотрим. Ну? Ну, пожалуйста, выпустите меня. Вот так, кстати, звучит и гумново. Действительно, принцесса. Действительно, принцесса. Я нашел ее. Несу ее. Ага, вот как. Понятно. Я же был совсем забыл. Теперь понять, почему Виктория Ро. Почему вот так вот выглядит. Отлично, дверь открыта. Больше это будет не так-то просто. Просто бегать. Вот надо беречь пауков. Бежать нужно. Туннели обваливаются. Туннели обваливаются. Здесь пауки совсем сумасшедшие. Ай! Ну ладно. Здесь пауки тоже сумасшедшие. Ой, здесь пауки то дело сумасшедшие. Ой, да ладно. А, да ладно. А, да ладно. Да ладно. Это будет не так-то просто. Вообще проклят. Тут проклят. Тут проклятые. Здесь пол и то дело сумасшедший.
Здесь действительно сумасшедший. Да и стрелки сумасшедшие. Да и стрелки и то дело сумасшедшие. Только то и делаю, здесь все сумасшедшее. Да почему так? Ну вот почему действительно иногда бывает сложности. Лучше не... А, проклятый огонь и проклятые плитки. Как вы думаете, для этого придется потеть? Очень страшно придется потеть. Надо было отойти где-то. Да почему так? Я же действительно начинаю уже потеть. Проклятие. Вообще не успеваю. Вообще не успеваю. Тут из-за огня, из-за плиток. Вообще, из-за всего остального я не могу даже ничего сделать. Великолепно! Отлично! Спасибо, Якоб! Ты меня спас! Да не за что! Да не за что! Попался! Мальчишка, как ты посмел прийти сюда? Не надо! Не надо! Я легко отделался. Меня могла превратить, например, в карлика, с длинным носом и горбом. Вовремя я убежал. Пошли. Надо обязательно найти гусыню. То есть принцессу. То есть принцессу. Гусыню. В общем, не важно. Вообще не важно. Надо ее обязательно найти. Надо обязательно найти. Только я знаю, что это гусыня. Настоящая принцесса. Настоящая принцесса. Мама, я вернулся. Мама, я вернулся. Мама, это я, Якоб. Это я, Якоб. Она меня не узнает. Знает. Мама, это я, Якоб. Это я, Якоб. Она меня не узнает. Знает. Это точно. Кто же узнает тебя, Якоб? Простите. Простите. Не дали ли вы поблизости большую белую гусыню? Чудак. Чудак. Это же базар. Знаешь, сколько здесь гусей продаются? Простите. Простите. Не дали ли вы поблизости большую белую гусыню? Извини, друг. Я занят. Простите. Не дали ли вы поблизости большую белую гусыню? Извини, друг. Я занят. Занят. Простите, не видали ли вы поблизости большую белую гусыню? Что? Что? Гусятины жареные захотелось. Так на нее заработать надо. Сперва надо. Простите. Простите. Не видали ли вы поблизости большую белую гусыню? Ну что? Ну что? Пойдешь ко мне работать? Зазывал. Можно попробовать? Бегите! Бегите! Тащите! Там карлика посмотрите! Я на карусели не катался! И родиной остался!
А скоро ли вы мне заплатите? Заплатите. Тихо говоришь. Тихо говоришь. Громче, громче надо. Громче. Громче. Бегите. Идите. Сидите. Только посмотрите. Я на карусели, я карусель не катался. И ура, родины остался. А скоро ли вы мне заплатите? Скоро вы мне заплатите. Работай, работай. Работай, работай. Может, когда-нибудь деньги. Деньги. И деньги. Получишь. И получишь. Мусор. Мусор. Это точно. Гуси. Кусается. Простите. Простите. Не дали ли вы поблизости большую белую, большую белую гусыню? Гусей купить желаете? Простите. Простите. Не дали ли вы поблизости большую белую, белую гусыню? Что, гуси понравились? А деньги у тебя есть? Простите. Не видали ли вы поблизости большую белую гусыню? Что, гуси понравились? Ну, извините, да. Здравствуйте. Чего? Здравствуйте. Тебе? Чего тебе? Дяденька, пропустите дяденька, меня, пожалуйста. Пожалуйста. Дяденька, пропустите меня, пожалуйста. Я хотел бы повидать короля. Королевский дворец, дворец. Посторонних пускать невелено. Дяденька, пропустите меня, пожалуйста. Мне надо срочно увидеть короля. Король не принимает, принимает. Карликов. Карликов. Дяденька, пропустите меня, пожалуйста. Пожалуйста. Ищем белую гусыню. Нам нужно найти белую гусыню. Ну, в смысле, нам нужно найти самую принцессу Грету, превратившуюся в гусыню. В смысле, превращенную в гусыню. С неба заходи! Спасите! Заяц! Сейчас да, с этим мы там пойти не можем. Будет там псина нас не пускает. Ничего! Ничего! Это нас не денешься! Мне не справиться со стражниками. Ловить. Надо что-нибудь придумать. Кусается. Надо что-нибудь придумать. Что? Придумал, что? Придумал что? Нет, а ты? Нет, а ты? Может, придет кто-нибудь? Может. Думай, давай. Что твой? Есть хочется. Хочется. Ты зачем? Зачем? Он просто кинул. Да я тебе пальцем тронул. Это ты, ты меня, меня желудем. Желудем кинул. Не я. Не я. Опять? Я тебе да я тебя пальцем не тронул. Все, началась драка. Караул! А если так спрячемся? Хватай его! Хватай его! Если так будет, здесь ничего такого из этого не приключится. Дай его! Дай его! Караул! Вары! Заходим теперь. Улетела! Улетела! Испугалась, наверное. Испугалась, наверное. Надо ее разыскать. Надо искать. Вперед! Вот только псина спустит. Давайте-ка мы так... Есть! Давайте задержим псину. Великолепно. Вот, вот так вот мы задержали псину. Теперь дальше разыскивать гусыню. Посмотрим еще на храм. Что-то я не узнаю что-то это место. Что-то не знаю место. Откуда здесь взялся собор? Откуда взялся собор? Здесь должна быть стройка. Должна быть стройка. Что-то я не узнаю это место. Откуда здесь взялся собор? Здесь должна быть стройка. Неожиданно 7 лет прошло, а Якоб этого даже не заметил. Пошли дальше.
Бегите, спешите! Спешите! Карлика, посмотрите! Я на карусели, я Не катался! И уродиной остался! А скоро ли вы мне заплатите? Работай, работай! Работай! Может, когда-нибудь деньги, деньги и получишь! Привет, дальше. Ой, перышко. Перо. Перо. Какое большое и белое. Большое. Это наверняка перо принцессы. Принцессы. Ой, что я говорю? Ой, что я говорю? Перо гусыни, которая гусыни, была принцессой. Которая была принцессой. Наверное, она где-то рядом. Она где-то рядом. Это точно. Что сейчас начнется? Яков! Яков! Я здесь! О, еще будем полезать. Есть. Есть. Яков, помоги мне, я убирайся. Боюсь. Здесь слишком высоко. Я боюсь летать. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Есть. Есть. Убирайся. Чтоб тебе. Яков, помоги еще мне, раз обнимайся. Убирайся. Убирайся. Я тебе покажу. Нахал. Еще чуть-чуть. Я слишком высоко. Я есть. Боюсь я покажу. Летать. Нахал. Убирай. Ой, не рассчитали. Убирайся, синий. Убирайся. Я тебе покажу. Нахал. Убирай. Есть. Убирай, давайте. Есть. Яков, помоги мне, я боюсь тебя. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Нахал. Убирай. Убирайся. Убирайся. Здесь слишком высоко. Нахал. Нахал. Убирай. Это будет не так-то просто полезать. Яков, спаси когда тебе мешает. Есть. Есть. Убирайся. Убирайся. Я тебе покажу. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Помоги мне, я боюсь. Есть. Убирай. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Здесь слишком высоко. Есть. Я боюсь. Есть. Летать. Убирайся. Убирайся. Есть. Нахал. Есть. Я тебе покажу. Да чтоб тебя, проклятые соседи. Яков, помоги мне, я боюсь. Проклятые соседи. Нахал. Есть. Я тебе покажу. Есть. Нахал. Убирай. Здесь слишком высоко. Я боюсь летать. Еще чуть-чуть. Ну, еще чуть-чуть. Я тебе покажу. Нужно добираться. Убирайся. Спаси меня. Я тебе покажу. Нахал. Убирай. Яков, помоги мне, я боюсь. Еще разок. Убирайся. Тебя. Еще чуть-чуть. Убирайся. Слишком высоко. Я боюсь я тебе летать. Покажу. Есть. Убирай. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Я убирайся. Спаси меня. Нахал. Убирайся. Яков, я помоги тебе мне, я боюсь. Почему так? Убирайся. Здесь слишком высоко. Нет, я боюсь. А, как это трудно будет. Убирайся. Я еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Яков, спаси меня. Я тебе убирайся. Нет. Убирай. Нахал. Яков, я боюсь. Убирайся. Сначала необходимо попасть. Я тебе покажу. Нахал. Убирай. Здесь слишком высоко. Нет. Я боюсь летать. Еще чуть-чуть. Убирай. Еще чуть-чуть. Спаси меня. Я тебе покажу. Нахал. Убирай. Убирайся. Яков, помоги мне, я боюсь. Есть. Нахал. Есть. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Убирайся. Здесь слишком я высоко. Я тебе покажу. Нахал. Я боюсь. Тебе покажу. Нахал. Убирай. Убирайся. Нахал.
Хал. Есть. Якоб, спаси меня. Убирайся. Отлично. Якоб, помоги мне, я боюсь. Убирайся. Великолепно, вы справились. Спасибо, Якоб. Ты опять меня спас. Да не за, да не за что. Вот если бы я мог тебя обратно в принцессу превратить, тогда было бы за что мне благодарить. За что мне благодарить? Я знаю, это невозможно. Только злая колдунья может расколдовать меня, но она этого никогда не сделает. Почему не сделает? Почему не сделает? Я ее заставлю. Ее заставлю. Я вернусь в замок и заставлю ведьму расколдовать тебя. Заставлю ведьму расколдовать тебя и меня. Не делай этого. Колдунья может заколдовать тебя еще сильнее. Превратит в камень, например, или старый башмак. Лучше пойдем во дворец к моему отцу. Он наверняка сможет нам помочь. Нет, даже король не справится король с этой колдуньей. С колдуньей. Она может превратить всех его солдат в гусей, а рыцарей в карликов. Нет, здесь нужна хитрость. Хитрость. Я возвращаюсь в замок. Возвращаюсь в замок. Хорошо, давай сделаем так. Ты иди в замок, а я пойду к отцу и попрошу его схватить колдунью. Королевская армия окружит замок колдуньи и придет к тебе на помощь. Договорились. Договорились. Встретимся в замке. Встретимся в замке. Это не замок. Хочется мне туда идти. Хочется мне идти. Что делать? Ну что делать? Урбан это уже знает даже. Стеклянная жаба. Стеклянная жаба. Интересно, что у нее внутри? Три. Беги, Якоб, колдунья тебя не пожалеет. Беги, Якоб, колдунья тебя не пожалеет. Пошли дальше. Мама мия, что это было? О, тайный проход открылся. Там кто-то есть. Там кто-то есть. Что за странное место? Странное место. Так это тот самый так Дагал. Тот самый Дагал. Какая уродина. Какая уродина. Ой, он шевелится. Он шевелится. Ой, он шевелится. Он шевелится. Ой, он шевелится. Он шевелится. Мальчик, одно представление, я оживу. Но почему я? Почему я? Тебе доброе сердце. Мне нужно твое доброе сердце. Извините, я очень спешу. Я спешу. Мальчик. Мальчик. Ведь не станем этого делать. Здравствуй. Вот сама колдунья и Урбан. Зачем теперь пожаловал? Урбан нас просит. Поможете ли вы поможете мне ли снова мне стать мальчиком? Стать мальчиком. Я не волшебник. Я не волшебник. Вот моя тетя. Вот моя тетя. Она все может. Просим колдунья. Госпожа колдунья. Госпожа колдунья. Сделайте меня, пожалуйста, сделайте опять меня, мальчиком. Опять мальчиком. А Грету принцессу. А Грету принцессу. Разумеется, Якоб, но и ты должен мне помочь. Конечно. Конечно. А что нужно делать? А что нужно делать? Пустяки. Просто приложи руку к этому колесу. Приложи руку к колесу, Якоб. Ну, попался. Якоб, дотронься моим пером до настоящего Урбана. И призраки исчезнут. Точно. Отлично, мы попали в настоящие. Нам нужно немедленно торопиться.
мы играем за Гретту. О, кстати, не вышел. Это будет не так-то просто. Обманывать. Опа! Кровь! Кровь! Попался! Кровь! Ну почему сразу взрослые? Ну как вы думаете, дорогие подписчики, это для взрослых игра или для детской? Пишите в комментариях. О, видели, какая кровь? Мы убрали летучую мышь. Будем играть за Гретту, все, надеюсь. Отлично. Да, если же якобы убьют, Гретта сама умрет, и нам придется начинать видать все сначала. Да, сама убиваем его. Естественно, якобы идет. Отлично! Мы сбежали. Мы сбежали. Ой, туфли. Ой, 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 ой. Этот Смирнов озвучил. Опа, мы якобы полетел. Стойте! Стойте! Тише! Тише! Это точно. Да, скажу прямо, в отличие от мультфильма, здесь вообще все наоборот. И слушайте музыку. И слушайте музыку, это происходило во время соревнований бега. Когда бегуны начали бегать на соревнования, чтобы узнать, кто будет скороходом. Тише! Постойте! Постой! Стоять! Стоять! Стойте! Опа, уже даже здесь. Теперь здесь будет проводиться. Стойте! Да, птицы нам будут мешать и рыбы. Тише! Стойте! Стойте! Ай-яй! Стоять! Стоять! Да. Ну теперь точно успели. Остановись!
Великолепно. Спасибо, вот и все. Что меня остановило. Хорошо, я совсем измучился с этими туфлями. Это волшебные туфли. Колдунья надевала их, чтобы летать из замка в город. Я слышала, как она им приказывала. Поэтому я знаю слова, которые заставляют их летать и останавливаться. О, понятное дело, Гретта. Жаль, что они намокли. Теперь это просто старые домашние тапки. Жалко. Точно. Жалко. Где же армия твоего отца, которую ты собиралась привести к замку колдуньи? Отец меня не узнал. Только ты, Якоб, меня понимаешь. Да, точно, как в мультфильме. Для всех остальных моя речь просто гусиный гогот. Отец велел отправить меня на кухню. Я едва спаслась. А я поступил ужасно глупо. Страшно подумать, что случилось бы, если бы ты меня не остановила, и я приложил бы руку к колесу. Это чудовище истребило бы все живое в нашем королевстве. Что же нам теперь делать? Не знаю, Якоб, точно, но ты пришел в замок колдуньи не случайно. Выслушай мою историю. Эта книга, которую нашла колдунья, она все еще лежит в тайнике нашей библиотеки. Там наверняка сказано не только, как насылать, но и как снимать колдовские чары. Но как мы попадем во дворец? Там столько стражников. Они нас не пропустят. И твой отец нам не поможет. Смешно. Я столько лет прожила во дворце. Я с закрытыми глазами найду дорогу, и никакая стража меня не остановит. О, понятное дело, Гретта. Сейчас, пока темно, нам точно никто не помешает. Ну, это поправимо. Вот теперь здесь будем играть за Гретту. В смысле, а вот теперь здесь будем выбирать персонажа. Кто Гретта, кто за Якоба. Еще поговорим, когда вот с этим усатым стражником. Здравствуйте. Чего тебе? Вы повидать короля. Король не принимает короликов. У меня важные сведения о принцессе. Важные сведения. Ой, какой стих. Слух. Пустите меня, пожалуйста. Дяденька, пропустите меня, пожалуйста. Я королевский стражник, и я несу волю. Исполняю волю. Идем, Якоб, я знаю дорогу. Точно. Вот сама темница, где Якоб там сидел до казни. Путем отсечения головы. Вперед. О, тайный проход открылся. Вот мы и во дворце. Правда, медленно идет кусы не наш. В этой части дворца никто не живет. Говорят, тут водятся привидения. Понятно. Придется играть так и за Гретту. Правда, единственный минус то, что Гретта медленно идет. Вот в чем единственный минус. Thank you.
Да, Якоб-то хоть бы как идет. Я должна была стать королевой, а стала гусыней. Да, Грета медленно идет, когда на гусыне. Привет. Да, я могла бы стать королевой, стала гусыней только. Это очень плохо, когда она гусыня, а не королева. Лично считаю, что быть королевой — это классно. Моя комната. Смотри, какая игрушка. Смотри, какая игрушка. Сыграем? Это точно. Да, кстати, как говорила я, это самое в игре «Три богатыря шамаханская царица» использовали фон из «Карлик Нос». Достаточно трех, видать. Это кто еще? Это мой прапрадедушка. Он построил этот дворец. Говорят, по ночам он ходит по этим залам и проверяет, все ли в порядке. Если увидит, что что-то не так, наказывает нерадивых стражников и слуг. Кажется, портрет мне подмигнул. Ну что ты, Якоб? Тебе просто показалось. Упала.
Это будет не так-то просто. Понимаю. Сам упал. Придется идти за новыми шариками. Придется идти за новыми шариками. Придется идти за новыми шариками. Так будет не так-то просто. Сыграем? Да, это будет не так-то просто, боюсь, найти. В смысле, одурачить стражника суеверного. Это будет не так-то просто одурачить стражника. Привет. Привет, дальше. Дальше вперед. Нужно как-то дурачить этого стражника. Мы смогли. Обвели Яков, его. Помоги мне. Теперь необходимо найти бы. Я не знаю, как открывается тайник. Яков, помоги мне. Это точно. Возьмем на всякий случай покрывало. Да будет не так-то, боюсь, просто.
тобой, боюсь, не так-то просто. Будет не так-то сложно. В смысле, не так-то просто, то есть. Отлично. Действуем. Действуем. Ой. Кто-то идет. Идем, Якоб. Я знаю дорогу. Идем, Якоб. Я знаю дорогу. Идем, Якоб. Я знаю дорогу. Ну так что же сказать, не идем. Идем, Якоб. Я знаю дорогу. Тут. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Что такое Тараксакум? Что такое Тараксакум? И как мы можем сжечь его голову? Мою голову? Наверное, Тараксакум – это такое растение. Колдуны часто сжигают разные травы, когда творят заклинания. Точно. Точно. Я узнаю, что это за растение. Что такое растение. Моя мама лучше всех разбирается в травах. Она скажет нам, что такое Тараксакум. Бежим к ней. Бежим к ней. Хватай его. Хватай его. Книгу. Какая из книгу? Библиотеки. Библиотеки. Что же теперь делать? Я осталась совсем одна. Мне нужно узнать, что такое Тараксакум. Мне нужно узнать, что такое Тараксакум. А, вот куда, значит. Тысяча 1974. Надо будет думать логично, что делать. Будет, боюсь, не так-то просто.
Волшебные растения. То, что мне нужно. Волшебные растения, то, что нужно. Вот. Тараксакум, одуванчик обыкновенный. Всего-навсего одуванчик. Это очень хорошо. Мы спасены. Не пора ли начинать? Вот именно. Подожди. Еще не дочитали приговор. Как долго? Проверяйте процедуру. А вот это только внутри Петров говорит. Ну, чего же мы ждем? Ну, ждем. Отрубить негодяю. Это негодяй, голову. Это конец. Птица украла мой монокль! Вот и все, мы закончили. Вот и все, дорогие подписчики. Мы закончили эту игру. И только слышна музыка из финала. Все, теперь наша главная героиня, наш главный герой, Якоб женился на принцессе Крите. Урбан и ведьма умерли, что их так убили, что так сломался сам замок. Да еще самое и Дагал умер. Король был рад, что дочь вернулась, даже мать была рада, так что отец умер после того, как Якоб пропал. Но все равно на том свете он тоже был рад, что их сын нашелся. О них ждал слава и почет. Ну, так сказать, знаете, вот и все. Я закончил самое игры из студии Мельницы. Скоро буду выпускать Депония 3-я часть. Ну, в смысле, Goodbye Депония, где будем снова продолжать дальше. А после Goodbye Депония буду создавать прохождение про братьев-пилотов. Про наших незабываемых братьев. И вот и все. Мы, так сказать, закончим это. Всем пока, с вами был Иван Гаргамель. До свидания.